За 6 лет до Чернобыля Легасов с соавторами опубликовал статью. Он предупреждал: авария на атомной станции реальна. Легасов напоминал о бетонных колпаках, которыми прикрывают реакторы на Западе. Они могут выдержать удар упавшего самолета. Статья вызвала возмущение в министерстве и в институте. Что он понимает в реакторах, этот ядерный химик? Тем не менее, восходящую звезду заметил Анатолий Александров, директор знаменитого института атомной энергии, и назначил Легасова своим заместителем. И теперь в телепередаче он должен был соблюдать правила игры, защищая любимое детище Александрова — реактор РБМК. Все тепловыделяющие элементы очень герметичны, не позволяется утечка радиоактивных осколков из этих элементов. За каждым тепловыделяющим элементом, поставленным или извлеченным из атомного реактора, установлено строгое наблюдение. Поэтому контроль, технические решения, приборная техника очень чувствительная, которая была создана для того, чтобы наблюдать за всем этим процессом, квалификация людей, которые предъявляются особые требования. Весь комплекс этих мероприятий, он и позволяет нам сегодня говорить, что атомную энергетику можно эксплуатировать безопасно. Мне пришлось появиться на Чернобыльской атомной станции через несколько часов после случившейся такой крупной аварии, 26 апреля, в составе правительственной комиссии. Ну, честно говоря, я никогда не думал, что воочию могу увидеть такую аварию, которую специалисты, занимающиеся атомной энергетикой, считали весьма маловероятной. И вот она произошла. Конечно, ситуации тогда и ситуации вот в сегодняшней на Чернобыльской станции резко отличаются. Об этом хорошо знают советские телезрители. В первые моменты времени основная задача, которую решали специалисты, заключалась в том, чтобы локализовать аварию, не допустить выхода радиоактивных элементов из разрушенного реактора сколь-нибудь на большие расстояния. И с этой задачей в основном удалось справиться. Сегодня, конечно, идет находящаяся под контролем работа по дезактивации тех участков, которые оказались пораженными радиоактивными осколками. Это трудная работа. На отдельных участках она может быть долгой работой, но она уже является планируемой, потому что решаются задачи основные: защитить, значит, воды, как почвенные, так реки, расположенные рядом с площадкой Чернобыльской атомной электростанции, от загрязнения радиоактивных, сделать невозможным распространение радиоактивности через пылеунос с загрязненных мест. Это кропотливая, я повторяю, тяжелая работа, но я не сомневаюсь, что те усилия, которые сегодня там прикладываются, в конечном счете приведут к ликвидации всех последствий этой тяжелой аварии. Специалисты сейчас сидят и завершают анализ свой случившегося. Ну, ясно, что это произошло очень маловероятное событие, и произойти оно могло в силу сочетания целого ряда маловероятных, редких причин. Детали еще уточняются, но можно сказать уже сегодня, что детали позволяют нам и инженерные, и технические решения принимать такие, которые будут усиливать безопасность не только, собственно, атомных объектов, но, если они будут правильно восприняты, они могут усилить и безопасность любых сложных технологических систем. Вот иногда, когда мы там, находясь в Чернобыле, читали и недоброжелательные высказывания западной прессы по поводу того, что происходит, мы просто поражались. Потому что очевидно для любого здравомыслящего человека, что вот наша страна, еще раз переживая горе, еще раз, так сказать, вот, решая такие тяжелые задачи по ликвидации последствий этой аварии, на самом деле до конца выполняет свою мировую миссию, то есть обогащает мировой инженерный опыт вот тем, что случилось у нас сегодня. И атомная энергетика всего мира укрепится
после анализа причин случившегося, после определения слабых мест в атомной энергетике. Ну, а сама наша атомная энергетика, пережив вот свою трагедию, она, несомненно, укрепится. И дальше будет служить нашему народу, решая те задачи, которые ей поручено решать. Я думаю, что время окончательного залечивания ран, которые эта Земля получила, это длительный очень срок. Я цифру бы сейчас не назвал, но это срок длительный. Значит, не сомневаюсь, что Земля будет залечена, что все будет нормально, но для этого потребуется много очень усилий, таких длительных, напряженных усилий по возвращению этому краю, ну, первоначального облика. А, значит... Основные усилия, которые для этого потребуются сегодня, они довольно просты, просто нужно научиться работать сегодня в условиях вот таких необычных. В числе тех, кто возглавил борьбу с последствиями аварии и принимал решения, от которых без преувеличений зависел завтрашний день целого континента, был и академик Легасов. Ну... Конечно, крупное событие, очень неприятная, тяжелая чернобыльская авария, которая произошла на атомной электростанции. Выводов и уроков из этой аварии люди разных специальностей, разных профессий сделают много. Часть из них уже сделана. Конечно, сегодня так обращаться с атомными электростанциями, впрочем, как и с любым другим сложным видом техники, как обращались на четвертом блоке в момент предшествующей аварии, конечно, нельзя. И тому должны быть предприняты такие меры технического порядка, организационного порядка, которые, конечно, бы исключили подобные ситуации в будущем. Но я думаю, это будет принято, и там действительно стечение таких обстоятельств маловероятных, что вряд ли они повторятся. Конечно, много вопросов Чернобыль ставит. Ну, прежде всего, про атомную энергетику, конечно. Вот надо ли атомную энергетику, с учетом того, что случилось, дальше развивать? Может быть, ее надо остановить, притормозить, демонтировать? Эти вопросы были предметом обсуждения не только наших советских специалистов, не только советских, скажем, политических деятелей, экономических руководителей. Эта тема была предметом обсуждения и в Вене на международном совещании экспертов, и в каждой из стран, я думаю, все, кто занимается энергетикой, обсуждали эту проблему. Да вот на Международном энергетическом конгрессе в Каннах во Франции тоже эта проблема обсуждалась очень детально. Ну и все более-менее компетентные специалисты приходят к тому, что атомная энергетика – это не выдумка какого-то человека, пусть удачная или там неудачная, и не выдумка какой-то группы людей. Это... источник энергии, который появился с некоторой неизбежностью, с такой же неизбежностью, как появился в руках у человека огонь, уголь, нефть, газ. Вот с такой же неизбежностью появились ядерные источники. Без развития этих источников, без их освоения, без правильной эксплуатации, скажем, атомных электростанций, трудно представить себе последующее технологическое развитие даже в такой стране, как наша, которая богата другими природными ресурсами. Не знаешь? Ими же городские телефоны, он, ребята, звонят, там телевизоры. Телевизоры как-то выходят. Телевизоры нормально работают. Вообще. Ну, они тоже тут размахнулись, конечно. Телевизоры-то поставили, тогда вы правильно замечали, что два холодильника, два телевизора. Нет, мы сейчас а потом уже оказалось, что кроватик покупать не на что. Все же сориентируется. Да, мы сейчас... Теперь меняют телевизоры на кровать. Сегодня в Киеве министр торговли, замдиректор. А вы знаете дело, то есть оно такое, последний бой, как песни поет, он самый трудный, но все устали. Понимаете, вы тоже измучены за самое.
не все не просто. И вот надо, как говорят, вот этот последний выдержать. Как вот эти девушки поехали. А это вот штука накапливает, да? Она и накапливает. Вот это одна показывает мощность дозы. И интеграл. Ну, какой интеграл может быть? Ноль, он есть ноль. А вот когда мы летели на самолете над реактором? Там, а? Там другое. Там было, мы летели, там было там максимально 0,7 рентгена, скажем, в час. Вот мощность доз, 0,7 рентгена. Значит, когда мы пролетели, мы накопили, значит, там 0,3 рентгена, 0,5 рентгена, вот так. Но детишки будут у меня, не? Будут. Вот именно теперь и будут. Не переживай. Я с 64-го года работаю с источниками радиоактивных излучений, ребятишки у меня есть. И все нормально по этой части. Так что не переживай. Тоже есть стимулирующее, во всяком деле, как с перцем, там, как с лекарством. В малых дозах это стимулирует. В средних дозах никакого здесь не оказывается. Больших вредно. Вот вы получаете только стимулирующую дозу. Его собственная. Самое эмоционально сильное впечатление было именно собаки. Когда люди эвакуировались, первый, второй, третий день, они же к человеку шли, когда уже голодные стали, к первому человеку подходят и в глаза заглядывают, потому что ничего не понимают. Люди есть вроде, а хозяевам было запрещено их взять, потому что шерсть, грязи много на них было. Пищу надо себе добывать, они курицу схватят, несут, человек увидит, бросает курицу. Чувствует, что им нельзя так делать. Потом человек пройдет, а опять эту курицу уже. Первым днем. Вы же были одним из первых, кто приехали сюда. Вот это, так сказать, всегда, когда сильное впечатление, какая-то одна картинка остается в памяти, которая является, так сказать, символом происходящего события. Вот что у вас осталось от первого дня? Ну, все-таки, наверное, значит, самое, я бы сказал так, обычно атомную станцию, я когда в лекции читал, но сам когда видел, атомная станция – это сооружение, которое ничего из себя не изрыгает. Вот даже, вы знаете, труба, высокая труба, ни дымка там нет из этой трубы, ничего. Это атомная станция. И вдруг впервые атомная станция, в которой зарево, отраженное зарево раскаленного графита. Вот, пожалуй, самое, еще не доезжая до Припяти, вот это небо все багровое, который сиял отраженным светом, это первым светом, это не реактор, потому что реактор, над ним никогда ничего нету. Вот, пожалуй, это. Это очень важная сегодня проблема для всех людей. Правильно построить взаимоотношения человек и машина. И вот мы все время будем об этом говорить, что проблема взаимодействия человека и машины в этом сложном мире технологическим, который сегодня создался, она еще до конца не решена. Вот сейчас я какой-то фрагмент этой мысли вы здесь можете увидеть. Вот видите большой коллектор, который является очень ответственным. Детали я вам рассказывать не буду для, вот скажем, атомной станции. Конечно, желательно было бы, и сегодня вся философия построена на том, чтобы он был очень надежным, чтобы он никогда не разорвался, не появилось большой трещины, и никаких неприятностей не было. Но со стопроцентной гарантией сказать, что и металлурги, и потом, так сказать, машиностроители, и монтажники, и эксплуатацию гарантируют, что никогда-никогда за, скажем, 30-40 лет эксплуатации ничего не случится, очень трудно. Сегодня осуществляются периодические проверки, скажем, ревизия осуществляется таких установок и так далее. Но лучше всего действовать по тому принципу, по которому построен наш с вами организм.
Когда что-то вы захворали, еще более не знаете, еще не знаете, что вы захворали, а где-то больно, где-то ломит, температура поднялась, и вы уже бежите к врачу узнать, что с вами. Так вот, основная идея заключается в том, чтобы оборудование таких ответственных объектов вело себя как живой организм, еще не развалившись, еще не разломавшись, оно уже сигнализировало как бы врачу, что ему что-то плохо. Во-первых, они разобрались в том, что произошло на этой станции. Согласились с нашей оценкой причин того, что это произошло. Мы там после недельных обсуждений все пришли к выводу к тому, что главные проблемы сегодня в сложных технологических системах – это нерешенность проблемы взаимодействия человека и машины. Это главное. Нерешенность технических проблем в этой области, нерешенность психологических, организационных проблем в этой области. Первую лепту внесли пожарники, которые своими усилиями уже локализовали мощное горение, которое могло привести к очень большим неприятностям. Но продолжалось горение в графите реактора, выделялись радиоактивные аэрозоли. И поэтому правительственная комиссия в дебатах и спорах почувствовал, что традиционными способами, которые на станции были заготовлены, локализовать эту аварию не удастся. Стали на ходу принимать решения, которые позволили бы эту задачу локализации, создание первого защитного барьера на пути распространения радиоактивности решить. И вот было принято атаковать этот реактор сверху. Были подобраны соответствующие композиции, которые позволили бы выделяющееся тепло забрать на себя, которые позволили создать мощный фильтрующий слой. Estimates vary. Some believe as many as 40,000 people could die from food and soil contamination over the next several decades due to the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Scientists are now studying the official Soviet report on the disaster. That report is the focus of a conference of the International Atomic Energy Agency in Vienna, where we are now joined by the chief Soviet delegate to that conference, Valery Legasov. Good morning, Mr. Legasov. Some believe, and some are praising the Soviets for newfound candor on this report, but there are scientists in Vienna who say they don't believe your delegation is still saying as much about Chernobyl as it knows. Are you saying as much as you know? Доброе утро. Good morning. Все, что я услышал, everything that I've говорят правильно. Heard is, мы представили correct. Достаточно большой доклад. We have submitted, в том объеме, quite a big report, в котором он нужен для специалистов. Of the volume that is needed for, by experts. Мы постарались привести именно такой материал. We have tried to produce precisely the kind of material экспертам that would enable the experts квалифицированно обсуждать случившееся, discuss in a in the proper manner, предпринятые with due thoroughness, нами меры, the measures which we have undertaken, и сделать выводы на будущее, and draw conclusions for the future. За пределами этого доклада, beyond the confines of that report, конечно, осталось очень много информации. Of course, there still remains quite a lot of information, которая является еще недостаточно обработанной советскими специалистами, which has not yet been sufficiently processed by Soviet experts, достоверность которой требует еще проверки, and its reliability still needs to be verified. По каждой цифре этой информации мы еще споры у себя ведем. We are still in some dispute ourselves as to the as to each individual figure. Mr. Legasov, we поэтому мы постарались представить только то. Reason we simply tried to produce only or to present only что является достоверным, what is reliable и нужным для экспертов, and necessary for the experts.
Mr. Legasov, should you be closing down all of your Chernobyl-type reactors rather than attempting to repair them now, given the information there is about design flaws? Недостатки, дефекты в самом проекте такого типа. Это первое, что приходит в голову любому человеку, любому специалисту. It's the first thing that occurs to anyone, to any expert, который не знаком с историей аварии. Who is unfamiliar with the history of the breakdown. Но когда специалисты детально знакомятся со случившимся, the experts familiarize themselves in detail with what happened, то они понимают, что предпринятых нами достаточно are sufficient для того, чтобы продолжить безопасно in order to continue safely эксплуатацию реакторов этого типа. The operation of reactors of this type. We have just a minute left in the interview. Excuse me for interrupting. Dr. Robert Gale, who treated your Chernobyl victim, says he believes that somewhere in the world another such Chernobyl-type disaster is inevitable. Do you share his pessimism? Нет, я не разделяю его пессимизм. No, I do not share his pessimism. Я думаю, что подобной аварии случиться, в буквальном смысле подобной, не должно. There should be no such breakdown happening. Но я хотел бы высказать, что мы живем в таком мире сегодня. But I would like to say that today we are living in such a world, когда нас окружает очень много технологически сложных и потенциально опасных систем. Technologically complex and potentially dangerous systems, как ядерных, так и неядерных, both nuclear and non-nuclear. Mr. Legasov, it без was... этих систем мы не можем развиваться. Without those systems, we cannot develop. Но они все-таки опасны. But nonetheless, they are dangerous. Поэтому нужно очень усиленно работать над тем. That is why it is important to work very hard, чтобы безопасность всех сложных технологических систем, that the safety of all technologically complex systems, ядерных, химических, nuclear, биологических, chemical, biological, повышалась, should be enhanced. Mr. Legasov, we've run out of time, I'm sorry to say. We must thank you very much for joining us. It was very kind of you to do so. We'll be back in a moment, but first, this is Today on NBC. Мы покажем такой же видео, такую же видеозапись аварии в Чернобыле. Комментировать ее будет академик Легасов Валерий Алексеевич. Результат разрушение четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции. Это послеаварийная ситуация, а это уже дорога, ведущая к станции, по которой осуществляется транспорт необходимых средств, обеспечивающих ликвидацию и локализацию последствий аварий. Это действия дозиметрических, технических служб, сопровождающих необходимые операции. Это один из элементов заседания штаба в Чернобыле, который принимал решение по конкретным действиям. Фрагменты самих этих действий и снизу, и сверху. Первая часть была направлена на создание защитной подушки под реактором. Второе, связанное с локализацией последствий аварии. Общий вид станции после аварии. Это фрагмент, связанный с эвакуационными мероприятиями. Жителями
расположенными в аварийной зоне. Это их встреча с корреспондентами международной прессы, рассказы, впечатления. И это строительство новых жилых поселков для той части населения, которая вынуждена была покинуть привычные им места проживания. Что мне хотелось бы добавить к тому, что уже было сегодня сказано. В 79 году, после аварии на Three Mile Island, на этой станции, советские специалисты очень внимательно изучали ее причины, ход развития, возможные следствия, подробности, усилили работу по надежности оборудования на атомных станциях, отказа в действиях которого мы боялись. Но, как уже, наверное, известно, по крайней мере, специалистам, авария на Чернобыльской станции была связана с неправильными действиями персонала, отключившего защитные системы, обеспечивающие ядерную безопасность этого аппарата. Ну и далее начали развиваться те события, которые привели к огромному объему восстановительных работ, к серьезным ущербам для здоровья людей, к серьезным экономическим потерям, к серьезным организационным мероприятиям, которые вынуждены были провести в нашей стране специалисты. Еще много времени пройдет, пока мы внимательно сделаем все необходимые выводы из этой аварии в частности, из сопутствующих аварий. Но сегодня некоторые из них нам кажутся достаточно доказательными. Но прежде всего, вся совокупность рассмотренных нами аварий показывает, что взаимодействие человека и машины, которой он управляет, это взаимодействие не оптимизировано ни в одной стране мира, ни для одной сложной технологии. И это нам представляется первая область необходимого развития, связанная с тем, что много возникает в мире таких технологий, где энерговооруженность объекта возрастает, мощность объекта возрастает, число таких энерговооруженных объектов растет. А вот проблема взаимодействия оператора, в руках которого оказываются очень мощные и опасные технологии, взаимодействие этого оператора с технологией в разных странах решены по-разному. И нужно бы здесь много еще провести совместных работ для того, чтобы безопасность таких сложных систем была увеличена. Второй вывод, который нам представляется очевидным, нам, тем специалистам, которые были на месте аварии, которые занимались ликвидацией ее последствий, стало ясно, что иногда, когда мы читали разговоры о возможных военных событиях, об обмене десятками, скажем, ядерных ударов и о выживаемости какой-то страны после этого обмена, вот нам представляется очевидным, что все эти разговоры никакой почвы под собой не имеют. Не нужно даже думать и бояться ядерной зимы. Нам совершенно ясно, что обмен единичными ядерными ударами, масштаб поражения, которое это может принести даже таким мощным государствам, экономически развитым, как Советский Союз или Соединенные Штаты Америки, он достаточно ущербен для того, чтобы не говорить ни о каких десятках ударов. Совершенно очевидно, ядерная война в современном, энергонасыщенном мире невозможна, как с нашей точки зрения, впрочем, и любая другая война. Любое насильственное разрушение современных технологических объектов может привести к катастрофе. Ну и, наконец, третий вывод, который нам кажется очевидным в процессе ликвидации аварии, в процессе изучения ее последствий, что совершенно необходимо не по политическим соображениям, а по деловым соображениям совместная работа специалистов различных стран. Потому что любое крупное технологическое сооружение сегодня затрагивает и профессиональные, и общие человеческие интересы каждого из нас. И должны быть использованы возможности каждого из нас для того, чтобы наш мир становился более надежным и безопасным. Спасибо за внимание. Спасибо. Я хотел бы...
It was not easy for us to tell what had happened, because this was not some achievement, a scientific achievement in the Soviet Union, or about some success of science. We were talking about a very difficult event, which had caused great deal of material damage to our country, and also had created anxiety all around the world. The Chernobyl station accident had happened suddenly, and where we did not expect it. There were some operator errors because they have switched off safety systems which were supposed to prevent accidents at this particular unit. We can see that the interaction between man and the equipment, this relationship has not been optimized in no country in the world. In general,